Известно, что все любят путешествовать, но не всем это удается. Но ведь ощутить атмосферу той или иной страны можно разными способами. К примеру, посетить Францию музыканты предлагают с помощью воображения. Образы, краски, грацию поможет передать музыка известных французских композиторов. В рамках вечера звучит и одно из известных сочинений для двух роялей композитора Франциса Пуленко. Пуленко вот с этой какой-то удивительной красотой инструментовки, с этими какими-то терпкими, такими будто приправленные какими-то изысканными французскими специями, гармониями. Совершенно очаровательное сочинение. Вот играю его прям просто с огромным удовольствием. Я очень хочу, чтобы оно передалось и в зал тоже. В программе французского вечера и сюита Сен-Санса «Карнавал животных». Перед слушателями предстанут слоны, черепахи, антилопы, лев. Обычно это сочинение принято играть для детей, но было решено, что наверняка и взрослых заинтересует так называемая зоологическая сюита. Для маленьких слушателей тоже запланировано путешествие, только в Германию. 30 марта в органном зале пройдет абонементский концерт, посвященный великим композиторам. Воскресная программа пройдет под звуки сочинений Иоганна Себастьяна Баха.